Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Посылки из Китая. Сегодня у нас очередная распаковка товаров с AliExpress. И давайте открывать первую. Так, здесь у нас вот такие стикеры. Две пачки по 50 штук написано. Подобного плана стикеры я уже когда-то заказывал. По качеству очень приятные. Много-много различных фигурок. Анимешные, просто всякие герои из фильмов, из мультфильмов. Я думаю, каждому что-то да придется по нраву. Можно наклеить на ноутбук, на чемодан, да куда угодно. То есть, очень большой выбор. Ну, единственное, что... Конечно, выбирать самому наклейки нельзя, эти китайцы вам присылают рандомную пачку, и вы уже смотрите, подходят вам такие или не подходят. Так, а мы переходим к следующей. И здесь у нас вот она. Вот такая вот вебочка. Эта камера имеет зацеп, длину провода 1 метр, покрытие soft touch, но выполнено все настолько хреновенько. Очень много косяков по литью, различные зазубрины, провода не очень себе качество, ну и естественно картинка со звуком. Ты сейчас умрешь! Вот такая запись на эту дешевую бюджетную камеру. И вы можете слышать, что звук просто ужасный, трешовый. А вот так записывает моя камера на ноутбуке Lenovo. То есть та, что встроена. И звук, соответственно, пишется также на ноутбук. Нет, давайте откроем сразу вот это. Я знаю, что по ощущениям находится внутри. Здесь у нас имеются две вот такие прищепки. Прищепки для каких-то сыпучих продуктов. Очень-очень упругая вот эта часть. Ну, здесь просто две планки металлические, две скобы. Здесь ничего не прорезинено, просто имеются вот такие небольшие насечки. Насечки находятся на разном расстоянии, то есть это ближе к краю, это немножко дальше. И когда защелкиваются, очень плотно должны прилегать. А сейчас вот эту посылочку мы откроем. И здесь как раз у нас сыпучий товар, который мы протестируем. Здесь ничего не должно рассыпаться. Ну, давайте его пересыпем просто. То есть образно вы вскрыли мешок с крупой какой-то. У вас пакетик обычный без замочка. Вы его завернули, зажали вот этой прищепкой. И ни хрена он не зажимается. Но, то есть так, конечно, он зажат. Он не будет болтаться. Но с тонкого пакета прищепка сваливается. Не знаю, актуально, не актуально эта штука. Возможно, и фуфел какой-то. Ну, а может и пригодится в хозяйстве. Так, здесь у нас имеется, как бы это правильно сказать, по-моему, полиморф. В общем, пластиковая такая фигня, которая при попадании в горячую какую-то среду, он имеет свойство гнуться, и из него можно сделать либо какую-то фигурку, либо отремонтировать какую-то сломавшуюся вещь. Степан, у гостя карета сломалась? Вижу, барин. Ось полетела. Кареты, конечно, у меня нет, но есть вот сломанный джек на наушниках, на гарнитуре. И попробуем его восстановить этой штукой. Полежав в горячей воде, ну не кипяток, но достаточно горячий, вот он превращается в полностью прозрачную массу.
Так, вот эта масса, и она у нас как пластилин. Ее можно жмякать и придавать ей любую форму. Отрываем небольшой кусочек и заматываем вот эту штуку. Все, теперь провод будет ломаться уже в этом месте. Ну вот по прошествии 5 минут цвет восстановился в его первоначальный, непрозрачный, белый. Наушники отремонтированы. Ну, за красоту! А теперь про условия конкурса. Приз 200 российских рублей. Розыгрыш через 10 дней. Обязательно подписаться на канал, поставить лайк, написать абсолютно любой комментарий. И если за 10 дней вы наберете 300 лайков, то мы разыграем 300 российских рублей. Все в ваших руках. И у нас последняя посылочка на сегодня. Здесь что-то большое. Если честно, я даже не знаю, что. Смотрел по сумме заказа и то, что указано на пакете. Здесь где-то было 9.45, но я такой посылки не помню, чтобы заказывал. Либо китайцы в очередной раз написали чушь на пакете, а для меня это принципиально с нашими законами. Возможно, придется им оставить плохой отзыв за это. Так, и здесь еще что-то в пакете. Вот. Все, пакет пустой. Я даже не могу представить, что это такое. Art Game Gun. Вот так вот. И имеется какое-то письмецо. Давайте посмотрим. Той хобби, Аргейгам, локация, пеймент. Ну и в принципе все, больше ничего нет. Print time, 2 месяц, 8 число. Давайте посмотрим, что это за Аргейгам. Покопался я в старых заказах AliExpress и нашел этот пистолет. Заказ был сделан в середине октября 2017 года. Приехал ко мне только сейчас. Спор я выиграл еще в начале зимы. По этому пистолету мне китайцы написали, что они его успешно получили назад. Таможня его завернула и не отправила в Беларусь. Ну, спасибо. $9.50 подарок от китайцев. Я не против. Так вот, по поводу комплекта. Имеется сам пластиковый пистолет, держатель для смартфона и резиновая прокладка, которая соединяет эти две части. Мой смартфон Asus 5.5 становится в него с трудом за счет изогнутой задней крышки. Обычный 5.5 становится достаточно просто. А сзади имеется мягкая прокладка, сверху и снизу есть резиновые крепежи. QR-код для скачивания приложений. Запустил на своем смартфоне и, для своего удивления, понял, что он действительно не работает. Почитал некоторые отзывы, некоторые комментарии на этот девайс. И все люди пишут, что не хочет это приложение связываться, вот это приложение связываться с этим пистолетом. Или само приложение сырое, или пистолет недоделан. Ну не суть. Полазил по Play Market и нашел рабочее действующее приложение. Называется оно Argun Pro. Вот так. Здесь большой выбор уровней. Различные зомби, космолеты, подводные какие-то монстры. В общем, целая куча всего, но игрушки все однотипные. То есть вы управляете в своей комнате, крутитесь, ворочаетесь, вращаетесь. У вас на экране видна ваша комната или то помещение, где вы играете. И добавляются какие-то объекты, которые я перечислил чуть раньше. Ну, давайте я вам покажу, как это все выглядит.
Стоит ли он своих денег? Однозначно, абсолютно не стоит. Доллара 2 за него я бы заплатил, но в районе десятки нет. Вы знаете, не стоит. По сути, это обычная Bluetooth-кнопка, которая стоит там $1-1.5 на Алиэкспрессе для связи смартфона, чтобы сделать селфи. Поставить смартфон где-то, нажать на кнопку, и она будет вас фотографировать. Здесь такой же принцип. Поэтому $1.5 и $10, ну, разница существенная. И я не могу рекомендовать этот товар вам к покупке. Я ставлю, конечно, свою реферальную ссылку на него, мало ли кто-то не верит. Пожалуйста, если хотите, приобретайте, но... Я думаю, что не стоит эта вещь $10. Это было мое скромное мнение по поводу этого пистолета. Прислушиваться к нему или нет, дело ваше. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте участвовать в конкурсе. Всем пока!